На торжественной линейке в лагере «Динамовец» участники спортивной смены встречают большой праздник – Всероссийский олимпийский день. Чемпионы всегда впереди, и вам нас не обойти! Аплодисменты! Для юных спортсменов подготовили насыщенную программу. На территории лагеря в этот день работали станции, на которых лучшие представители своих отрядов – футболисты, чирлидеры и самбисты – обучали ребят из других видов спорта, рассказывали об особенностях игры, демонстрировали базовые элементы. На станции по спортивной борьбе мальчишки вдоволь смогли помериться силами. Девчонки показали, как выполняется один из зрелищных элементов чирлидинга – стант. Наша станция называется «Чир». То есть на этих станциях наши дети поднимают, обучают других правилу поднятия на стант. Стант – это вот пирамидка, которая, знаете, вот сюда, сюда и выше. То есть смотря какая категория к нам придет. Если приходят дети, допустим, 6-10 лет, они поднимают до бедер. Выше нельзя, это как по правилам и на соревнованиях. Если постарше юниоры, они могут поднимать до плеч и выше. Ну, если приходят самые взрослые, то, естественно, они пробуют поднимать на прямых руках. Сегодня это удалось только самбистам. Потому что они очень крепкие парни, подняли всех, кому даже моих, с веселыми возгласами. На станции футбола попробовать свои силы смог каждый участник смены. Тем более интерес к этому виду спорта мальчишкам и девчонкам изрядно подогрел чемпионат мира FIFA 2018. Мне понравилось учить ребят футбол, там набивать, всякие трюки делать. Какими качествами должен обладать успешный футболист? Ну, я думаю, что должен быть хороший удар, пасы должны быть отличные, еще у него должна быть техника. Мы пытаемся или пробуем научить детей из других спортов хотя бы азам футбола, то есть, например, каким-то жонглированию, передачу хотя бы обычную. Ну и, возможно, даже если время останется, то удары можем попробовать с ними. А так, в целом, ну главное, что привить, что футбол не так уж сложно играть в целом. На одной из станций ребят ждали прославленные омские спортсмены. Чемпион Олимпийских игр 92 года пловец Юрий Мухин и двукратный олимпийский чемпион 2004-2008 года боксер Алексей Тищенко. Они рассказали о своем пути к Олимпу и ответили на вопросы юных спортсменов. Я думаю, что мы какие-то свои мысли определенные донесли до них из своего опыта. И хотелось бы, чтобы это общение пошло им на пользу. Я уверен, что пойдет. Ребятишки отдыхают, тренируются в лагере, а тут приехали спортсмены, тем более такие именитые. Конечно, я просто рад за ребятишек. И в детстве тоже бы хотел бы быть на их месте. Хороший спортсмен должен быть сильным, целеустремленным и образованным. Таковы главные принципы олимпизма, которые объединяют достоинство тела, воли и разума. Об этом ребятам рассказали на олимпийском уроке. Здесь преследуются не только олимпийские идеалы, но и в принципе отношение к здоровому образу жизни, к своему личному здоровью, к воспитанию моды на спорт, которое, на мой взгляд, сейчас вот очевидно. Дети, особенно в этом возрасте, они должны как раз вот научиться любить нагрузку, ну, образно говоря, просто вот вспотеть после выполнения каких-то упражнений и потом почувствовать колоссальное удовлетворение после преодоления всех этих вот нагрузок и препятствий. По итогам викторины определилась самая эрудированная команда – самбисты из 6-го отряда. Победителям и призерам вручили дипломы и подарки. Так прошел первый день олимпийского уикенда.